Какая срочность возникла в уничтожении вполне себе нормальной пару лет назад подремонтированной дороги, я даже ума не приложу. Вот чтобы ее так резко перерыть. Ну, скоро узнаем. Наверное, уже плотина где-то там трещит по швам. Других предположений нет, потому что тут явно скальник подсыпает, увеличивает уровень. Несмотря на малую воду. Ой, чувствую, я август будет веселеньким. Главное, на дачу мне ехать по этой дороге теперь вот. Через полгорода объезжать. Дурдом. Опять удрал. Полетел. Вот какую замануху предлагают вместо того, чтобы булочки отремонтировать. Такую вот хрень, короче. На уши втирают. Вот это самое главное сейчас, списать деньги. Село Пермское, комплекс. Вместо того, чтобы сделать нормальные, бляха, дорожки в кварталах, которые 40 лет дерьме. Вот и закапывают деньги до следующего наводнения. Ну, это к сюжету, что перекрыта дорога на дачу. Стадионы какие-то, всякую хрень не нужно. То есть вместо отдыха людям вот на лето загородили, все, пожалуйста, грызите. Короче, полный бред. Легенды на Амуре, действительно, легенды. Ну, как же без этого? Торгово-развлекательный комплекс. Выставочный центр. Кого тут будут выставлять, непонятно. Речной вокзал, который впору уже снести, потому что он уже обваливается весь. Уже весь. Вот такой вот подход, короче. Как деньги расходуются, которые реально нужны. На малоэтажное строительство для молодежи вокруг города, на фермерскую всякую хозяйство. В никуда, короче. Москва рулит, командует вот этот пластик, вот эту хрень внедрять. И не просто перекопали, изгадили, да, выломали асфальт, они еще вот так вот ям понарыли. Если помните, тут был шиповник, буквально 3 недели назад я снимал кино. Красивый такой, цветущий, теперь его нет, все. Вот они уничтожили просто, мрази, не пересадили ничего, просто уничтожили. Нарыв вот этой херни все. Что-то во мне умерло. Мрази, блин, техногенщики, твари. Ну ладно, умерло так умерло. Будьте вы, суки, прокляты. Чтоб вам, блядь, все это шиповник этот стал поперек. Аминь.